Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим о препарате Немазол. Это антипаразитарное средство с широким спектром действия. И мы посмотрим отзывы врачей и немножко поговорим про особенности инструкции. Начну с отзыва врача-психиатра, который отмечает, что Немазол – отличный современный малотоксичный противогельминтозный препарат. Этот препарат постоянно назначаю своим пациентам, когда вижу косвенные и прямые признаки глистной инвазии, то есть доктор, психиатр выделяет среди своих пациентов некие особенности и соответствующим адекватным образом на них реагирует. Немазол востребован, и поэтому в аптечной сети, по мнению доктора, его сложно иногда найти. Очень эффективно в отношении большинства глистных инвазий, достаточно хорошо переносится, эффективен. Ну вот в своем регионе доктор часто назначает. Доктор Вертебролог отмечает, что да, действительно это эффективный и действенный противопаразитарный препарат. В остеопатии, кинезиологии большое внимание уделяется внешней травме, которая относится и к действию паразитов в теле человека. Часто препаратом выбора становится вот как раз Немазол. Однако есть одно «но». Лекарство очень сильное, и если паразиты находились в печени или, например, в головном мозге, то его использование нежелательно на первых этапах лечения, так как Немазол может спровоцировать массовую гибель паразитов, отмечает доктор, то поврежденный орган не сможет избавиться от токсинов вот, умерших паразитов, ну, видимо, сразу. Вот, доктор отмечает, что есть особенности, что желательно установить место обитания паразитов перед использованием этого препарата. Вот на такие особенности он обращает внимание. Давайте соответствующим образом посмотрим, что говорят инфекционисты. Инфекционист, кандидат наук, отмечает, что это уникальный препарат, который работает на большую группу паразитарных болезней, применяется у детей с 2 лет и у взрослых. Но говоря о взрослых, я сразу хочу подчеркнуть один момент из инструкции, который мне очень понравился. Отмечают, ну вот в противопоказаниях, конечно же, часто фигурирует, как и в других средствах, беременность и грудное вскармливание. Но в случае грудного вскармливания рекомендуют решить вопрос о прекращении грудного вскармливания, собственно. А вот перед назначением препарата следует провести тест на отсутствие беременности у женщин детородного возраста. И в период терапии следует использовать надежные методы контрацепции. Очень дельное замечание. Я вот ни в одной инструкции не видел вот таких рекомендаций. То есть просто противопоказано при беременности и все. А то, что в общем-то врачу перед назначением этого средства необходимо выяснять вот эти моменты, а разве так происходит? Вот в большинстве случаев, когда врач назначает любое средство, за исключением гомеопатического, поскольку гомеопатические средства как раз не противопоказаны в случае как беременности, так и грудного вскармливания. Это очень важный момент, на который те, кто написал инструкцию, обратили внимание. И это очень-очень хорошо, повторюсь. Итак, доктор-инфекционист продолжает, что обладает хорошей переносимостью, удобная форма выпуска для детей суспензия, уникальность всасывается при приеме с жирной пищей. То есть нужно что-то вот именно жирное. Это используется при вот, лечении токсокоароза. При лечении кишечных паразитов препарат принимают между приемами пищи, так как всасывание не происходит. Обратите внимание, противопоказан при некоторых заболеваниях глаз. Другой инфекционист отмечает, что часто назначают данный препарат в своей практике эффективен при лечении глистных инвазий. Главный компонент в схеме лечения лямблиоза. Переносится хорошо, прост в применении пациентов.
разрешен в применении у детей. Побочные эффекты отмечаю в небольшом проценте. Ну и вот из минусов многие врачи отмечают стоимость. Ну вот такая есть особенность. И еще один врач-инфекционист отмечает, что да, я рекомендую. Есть суспензия, хорошо при назначении детям. В последние 3 года назначают пациентам с глистными инвазиями, эффективен, несмотря на то, что при некоторых заболеваниях требуется длительный прием. Но при этом хорошо переносится как детьми, так и пожилыми пациентами, что тоже очень важно. Из минусов доктор выделяет стоимость препарата. Ну да, это я согласен, имеет значение. Вот такие на сегодняшний день существуют отзывы об этом достаточно эффективном противопаразитарном средстве. Благодарю всех за внимание.